Фух, дорогие друзья, всем привет! Только проснулся и прошел уже ровно один день после конца сезона. И мне интересно, сколько мне дадут старпоинтов, сколько мне снимут кубков и сколько у меня их останется. 4700 старпоинтов! Всем привет, дорогие друзья! Вчера меня целый день не было, тоже мотался, там снимал для вас крутой материал, будет как и на лайв-канале, так и на основном канале. Обязательно подписывайтесь, очень вас прошу, поддержите. Кто еще не подписан на лайв-канал, ребятки, давайте мы... Я задался целью лайв-канал вывести там, ну может за год на 1 000 000 подписчиков. Если вы вот хотите мне помочь, в описании ссылка, мои влоги называются. Подпишитесь, если вам не трудно, если вам, ну, тоже интересна эта история. И плюс я там и почти... Ну, не ежедневно, но регулярно публикую видосы разного формата. Друзья, закончился сезон, закончился челлендж. Челлендж я не проиграл, опять же, напоминаю. Условия челленджа были таковы, что кто успеет до конца сезона поднять 20 тысяч кубков. Да, Аурум взял их первым, но это не дает мне поражения, потому что... Да, я взял вторым, но я до конца сезона успел. Ну, я так еще раз поясняю, но тем не менее, 20 тысяч я смог. Забираем награду, друзья, и сейчас посмотрим, сколько же... Вау, у меня 14 тысяч старок. Но я их не коплю, я и до этого их не копил. Но теперь я думаю, что я займусь этим. 17 тысяч кубков у меня осталось, друзья, после сброса трофеев. Давайте посмотрим, что у нас в магазине. А почему я до сих пор Пайпер не купил? Давайте это исправим. А ну, секундочку, давайте исправим Пайпер. Но для начала посмотрите рекламную паузу, друзья. После этого будем собирать разные награды и прочее. Итак, давайте куплю я Пайпер, пока она еще есть, 8 дней до конца. Кстати, хотели бы такой Пайпер себе на аккаунт? Ну, просто я не разыгрывал ее, я разыгрывал, получается, Шелли, разыгрывал 4 Леонов. Вот, а вот Пайпер не разыгрывал. Ну, я не знаю, просто она дешевая, может быть, не особо она интересна. Напишите в комментариях. Смотрите, друзья, я не знаю, мне кажется, что разработчики, вот я вам вангую, вот мне так кажется... Что скоро добавят еще крутые скины за старпоинты. Вот у нас есть два скина за 50 тысяч. Это золотой бой, золотой ворон. Все. Это очень, очень маленький выбор и очень сомнительный. Просто золотой это говно. Ну, мое имхо. Потому что в игре, блин, есть за 150 гемов такой оранжевый бо. Ну, типа, чуть-чуть посветлее желтый будет за 50 тысяч старок. Такой сомнительная фигня на самом деле. Поэтому я думаю, что разработчики что-то должны выкатить. По крайней мере, я бы хотел. И при этом я буду копить старпоинты, теперь сдамся целью и потом что-то на их интересное куплю. Напишите в комментариях на данный момент, что бы вы выбрали, золотого бо или золотого ворона. Но я думаю, что на ворона вот скин есть с этим, с фениксом, поэтому, ну... Есть меха этот синий, поэтому я, мне кажется, бо. А там хрен знает. Короче, давайте посмотрим, сколько сбросили у меня на тика. Потому что бит, я извиняюсь. На бите сбросили 200 кубков. А это, кстати, можно было в начале ролика посмотреть. Целых 200 кубков мне сбросили на 8 бит. Я его апал на 900. Слушайте, ну, блин, я думаю, что можно будет какого-то перса вывести на 1000. Я думаю, что битап это сделать будет гораздо проще. И это будет изичная тема. Но я бы хотел выбрать кого-то посложнее. Блин, ну и в то же время, чтобы у меня получилось. Это Спайк либо Шелли? Пишите в комментариях, кого бы хотели. Ребят, поставьте лайк, если вы бы хотели, чтобы я продолжал на основе пушить трофеи, брать новые рекорды. Потому что, ну блин, мне понравился этот челлендж, мне понравилась эта схватка. Убрали вампиризм, да? Убрали... А нет, вампиризм есть, офигенно. Ну, то есть апать теперь можно кубки. Слушайте, ну давайте я возьму Спайка, моего любимого Спайка, и пойдем покатаем. Я целый день отдыхал вчера, то есть я не играл в Brawl Stars, я не заходил. Сезон сбросился еще в понедельник, а я записываю ролик во вторник. Поэтому, ну, я думаю, что вы понимаете это, да? То есть сброс кубков уже люди записывали, да, видосы, а я только во вторник. Но я вчера не играл, я вчера уехал. Да и вообще, после того задротства, которое было несколько дней назад, я реально думал, что я на неделю куда-то, наверное, свалю, и я не буду играть в Brawl Stars. Но нет, ну куда, никакого свалю на неделю, ребята, я каждый день с вами, будут стримы. Я еще какой-то новый проект придумаю. Все только начинается, друзья. Скоро у нас, ну сейчас вот последний месяц остался, потом декабрь.
новогодние празднички там пойдут. Вот это все. Я вот обожаю, ребята, стримить и снимать видосы вот именно зимой, вот когда холодно. Да и осенью тоже, когда очень холодно, я обожаю сидеть дома и вот это записывать видосики, стримить. Это для меня просто кайф. А вот весна, лето, блин, вот обострение лени просыпается нереально. Не могу ничего с собой поделать. Я не хочу задротить, не хочу сидеть дома, записывать видосы просто про игру. Хотя... Ну, записывать-то я записываю, но вот так, чтобы регулярно там и прям задротски это делать, ну, у меня нет желания. А вот когда холодно, все, я ничего не хочу, я хочу просто стримить. Поэтому все только начинается, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, кто этого еще не сделал, потому что дальше больше. Так, ну что, смотрите, на спайке врываемся, тут мортира где-то стояла, по-моему. Кто там, кто остался, Динамайк? Так мы же на изи сейчас его. Сказал я и проиграл. Да. Да блин, неожиданно он так закидал меня. Плюс 8 трофеев. А, так, давайте я, может быть, еще кого-то возьму для разнообразия. Я пока просто не в курсе, что за карта. Так, притираюсь. Блин, ну нормально, 17 тысяч трофеев. Что у меня с клубом, друзья? А, значит, у меня в клубе 94 участника. Я вас жду всех у себя в клане. У нас в местном топе мой клан 9 место, были на 3-м. Ну... Ливнули, кто-то ливнул, опустились. Поэтому приходите, у нас прием. Только внимательно читайте шапку. Сейчас я вам покажу. Прием у нас... А, шапки уже нет. По-моему, это 16 тысяч. Ну, посмотрим, может и 15 кого-то примем. Заходите, ребят. Будем вас всех ждать. Поехали в следующий поединок. На спайке. Я вот говорю, бита будет очень легко поднять на 1000. Ну, относительно очень. Понятное дело, что я там буду париться, но поднять его на 1000, это реально будет, ну, не знаю, не проверка скилла, потому что... О, блядь, тихо. Потому что... Да ёпта, нихера себе, сука. Прям не дала мне и шанса. Бит это очень задротский... Ой, задротский. Господи, минус 8, плюс 8. Замечательно, да? Точнее, наоборот, плюс 8, минус 8. Бит это очень читерный персонаж, и на нем мапать 1000 кубков, это как играть в GTA с читами. Ой, это так для олдов, потому что вы, наверное, не играли еще в GTA, когда не было онлайн. Хотя хз, хз. Вот, поэтому такая тема, что бита апнуть на 1000 это не скилл. Вы сами видели, я записывал ролик, где парень взял почти 2000 трофеев на аккаунте, где бит... На аккаунте, где бит, с пассивкой, да. Он взял 1991 кубок, ему не хватило 9 трофеев до 2000. Ну, то есть, вы понимаете, насколько на этом бите читерно играть. Я его 100% на 1000 выведу, наверное. Но это не будет таким, знаете, такой целью жесткой. Я хочу, вот у меня была цель Спайка или Шелли, я ее так и не закончил. Вот думаю, как кого-то из них попробовать. Но думаю, что будет проще Спайка, наверное. Хотя Шелли я апал больше. Оу. Серьезно, Дэрил? Ой, сорян. Так, надо, короче, этот. Кто там? Леон остался из Пуйк, да? Бля, нифига. Алло. Так. Блин, если лульту, пацаны, ребята. Так, надо затащить как-то. Надо как-то затащить. Так. Давай, 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 я попаду. Так. Так. Тихо. Отхилимся сейчас полностью. И забудем забрасывать. Есть. Ну все, я отхилился по фулу. Сейчас Спайк должен подлететь. Но у него ульта есть у Спайка. То есть он может на меня ульту кинуть, и все, я проиграл. Сейчас буду стараться затащить, но не обещаю, пацаны. О, я попал по нему. О, он не знает, где я сейчас. Хотя не догадывается, естественно. Есть! Топ-1, друзья! Топ-1! Ну, погнали еще одну каточку. Короче, смотрите, сегодня стрима, наверное, не будет, друзья. Сегодня ко мне приезжают родственники и уезжают аж в пятницу. Ну, я не уверен, что я буду в эти дни стримить. Потому что у меня всего две комнаты в квартире. В одной мысленной, в другой будут родственники вот здесь. Поэтому, ну, вечером, где им находиться, если я буду стримить? Поэтому я думаю, что, блин, несколько дней стримов не будет, друзья. Но в любом случае, я вас предупредил, чтобы вы понимали, по какой причине. Это не из-за того, что все, я не буду теперь стримить. Нет, я не знаю, после этого челленджа я даже наоборот закалился как-то. Это, блин, ну, офигенно, когда ты ставишь цели и их...
и достигаешь. Ну, это невероятно просто. Это очень приносит большое удовольствие и вдохновляет. Поэтому я однозначно буду ставить какую-то новую цель. Я же говорю, пока 1000 кубков попробую, не знаю. Но это не прям так, что я задался целью до конца сезона. Нет, пока такого нет, но тем не менее я так хочу. Вот, я еще подумаю над новым проектом. Может, вы мне идеи накинете. Я, в принципе, не против каких-то новых аккаунтов. Но только, опять же, хочу, чтобы это было для меня интересно в первую очередь. А не так, что я создам, поиграю пару дней и все. И это мне не будет по кайфу. Вот, но опять же, это не без доната будет. Без доната неинтересно. Все, без доната это пройденный уровень. Ёпта, как ты по мне попал, без понятия. Без понятия. Сейчас будет ультовать, наверное. Я, наверное, свалю. У меня 9 банок, я крутой. Он убил Динамайка, да? Так. О, я попал еще раз по Броку. А он слил, да, ульту? А, так все, это ГГ. ГГшка. Сейчас самое главное это не попасть под ракету. Блин. Ну как не попасть под ракету? Где он? 8 банок, оп. Опа, привет, приплыли. Топ-1. Не, ну у нас спайки, конечно, по кайфу игра. Ребят, поддержите, пожалуйста, какую идею вы хотели бы видеть на моем канале. Какого-то перса пуш на 1000 кубков. При этом я продолжаю пушить кубки у себя на основе. То есть теперь реально гораздо проще пушить 20 тысяч плюс, потому что 20 отметку тысяч мы сделали. Вот, ну, я думаю, что это не предел, надо двигаться дальше. Я думаю, что можно и больше. Не знаю, сколько я смогу. Все зависит от того, насколько я это захочу делать. Вот, и только я понял, что это только так, замотивировать мне надо. Но пока что я не готов напрягаться, как до этого было. Я хочу так по лайту играть этот сезон. Посмотрим, как будет дальше. Поддержите, какую идею вы бы хотели. Не знаю, там, 25к кубка вы хотели бы. 1000 кубков на персонаже каком-то. Или же, ну это, кстати, можно и совмещать, в принципе. Или новый проект. Пишите в комментариях, ставьте лайки. Я вас всех люблю, всех обнял. Спасибо, вы лучшие, ребята. Я вас жду на стримах. И что еще я хотел сказать? Подписывайтесь на мои каналы, инстаграмы, в описании ссылки. Буду рад вам везде, каждой вашей подписочке. Всех обнял, всем до новых встреч, пока.